да, вторая сторона. Сейчас опять будут делать 1000 видео про эту трансляцию. Бро, нас рассекретили. Ну как же можно оставить без внимания все сказанное Марьяной и Фейсом? Этого не избежать. Короче, у меня немного проблемы с головой. Я настолько глупая, настолько я вообще необразованный человек, что я жирная мразь какая-то. Последняя гиперактивность Марьяны Росс и ее отдыха в Куршевеле не позволила нам оставить без внимания ее последнее видео на Ютубе. Ну а в этом видео, ребят, мы решили обсудить самые интересные моменты с ее последнего стрима, который называется «Муравьи». Он полон невероятных вещей, ребят. Зачем ты нагрубила подписчицы? Я не нагрубила подписчицы. С чего вы это вообще взяли? Давайте обратимся к предыдущей трансляции. Вы меня бесите, идите в жопу. Потому что они тупорылые. Какого хера вы называете мою сестру бедной? Я вам разобью ваши лица. Слышь, ты дура, выпрыгни сама. Овцебычка ты тупорогая. Вас, дебилы, не люблю. Стоп. Давайте-ка посмотрим еще раз. Вы меня бесите, идите в жопу. Потому что они тупорылые. Идите в жопу. Ты самая настоящая шалава. Я никогда не грублю своим подписчикам. Я просто им вежливо отказываюсь. Никогда не грублю своим подписчикам. Это Фейс нагрубил. Да Фейс им нагрубил, ребята. Потому что они тупорылые. Я нагрубил. Молодец, поступил как мужик. Взял вину на себя. Марьяна ничего не говорила. 40 минут. Я никогда не грублю своим подписчикам. Хорошо, что трансляции Марьяны Ро не обходятся без полезных советов. Окей, рубрика «Полезные советы от Марьяны Ро». Дрынь. Короче, никогда не летите в жаркие страны и никогда не берите отель, который будет находиться на плоской поверхности. Берите отели только те, которые находятся на каких-нибудь, я не знаю, там, ну хотя бы на этаже 5, там, я не знаю, 4, да хотя бы даже 3. Отель Джентльджо. Алло, здравствуйте. А у вас есть отели на 5 этаже? А, давайте посмотрим. А, в наличии остались отели на 2, 3 и на 5 этажах. О, на 5 этаже. Забронируйте нам, пожалуйста, отель на 5 этаже для 5 человек. Подождите. А он точно находится на плоской поверхности? Да, он находится на совершенно плоской поверхности. Ну все, мы едем. С нами Фейс. Будем вас ждать. Спасибо, до свидания. До свидания. Трансляция обещала быть интересной, очень продуктивной, информативной такой. Но в ней оказался Фейс. 5 рублей. Опять за старое. Генгши. Кстати, Фейс в розовых трусиках, ребят. Генгшит. О, я придумал идеальный план. У меня есть идея. Давай отправим Марьяне Ро 35 рублей и попросим ее добавить нас в друзья. Ты думаешь, проканает? Ну, я думаю, у нас есть шансы. Ладно, давай попробуем. Там же комментарий можно оставить на стриме. Вы можете мне перевести 35 рублей и написать еще какое-то сообщение, насколько я знаю. Вы серьезно думаете, что я вам отвечу и добавлю в друзья? Далее идут извинения и оправдания по поводу недолжного знания русского языка. Ха-ха-ха. Русский язык не знает. Это да, это есть моя такая немного проблемка, то, что я не совсем грамотная в русском языке. Ну а что вы хотели от человека, который учился и прожил большую часть своей сознательной жизни в Японии? Когда я начинала свой канал вести, я вообще по-русски как-то вообще не бум-бум. Подожди, на японском она не бум-бум, на русском не бум-бум. На каком языке идет трансляция? Подожди, а что ты ожидал от человека, который большую часть своей сознательной жизни провел в Японии? Нормально объяснила, как... Не знаю, какая-нибудь... Подожди, что она сейчас объяснила? Я и сам не понял. Я вообще не понял, о чем она сейчас сказала. Мне написали на грузинском. Далее в видео Марьяна Ро объявляет челлендж по донату на стриме. Донат челлендж. Ты помнишь в прошлом трансляции историю про куртку за 300 тысяч рублей? Гуччи. Ты покажи свою куртку. Вот, Моресина Гуччи за 300 тысяч рублей. Вот ее куртка. Так... Может быть, это все донат челлендж на сдачу? Куртку купили на сдачу. И это на свои деньги из копилки. Вот, а сдачи в ресторанах ей оставляли, она купила. А, так это все на донате собрали. О, класс, давайте мы устроим с вами челлендж. Вы мне присылаете 30 тысяч рублей, хотела сказать. Хорошо, что не миллион. 30 рублей и пишите что-нибудь сделать мне, типа такой челлендж. На протяжении трансляции Марьяна попросила отправить 35 рублей и попросить что-нибудь сделать. И на протяжении всего видео, ребят, от подписчиков не пришло ни одного задания. В следующей трансляции Марьяны, пожалуйста, попросите сделать что-нибудь интересное. Можно попросить Фейса спеть нам его, ну, песня с его интересными смыслами. Можно попросить Фейса сделать тату на лице в прямом эфире. Или что-нибудь еще более интересное. Потому что отправление денег просто так, ну это же не круто, ребят. Нужно какой-то сделать небольшой маленький челлендж. Давайте, донат челлендж. Я вам покажу Фейса, если вы мне переведете 60 рублей. Реально перевели, прикинь? Сразу?
Да. Да не, я пошутила. Гэнгши. Как вы уже заметили, в последних видео, в последних ее стримах Марьяна очень сильно изменилась. Вот, посмотрите, сейчас она попросит Фейса в прямом эфире показать. Писю. Покажи писю. Покажи свою попку. Нет. Марьяна начинает изучать физиологию и естественные нужды человека. А вот эти вот стоны за камерой. Как вы думаете, что происходит? Нет, это не то, что вы подумали. Марьяна, ты сейчас серьезно? 5 777 000 подписчиков. Ты серьезно? Какая я ужасная, какая я мерзкая. Вот видишь, ну ты же сама уже все поняла. На определенном моменте стрима Марьяны Рос спрашивают вопрос. Ты дебилка и он Фейс. Почему вы называете моего парня дебилом и меня дебилка? За что вы так? Ну, у Фейса уже заранее был готов ответ. Смотрите, ребят, через 2, 1. Потому что я дебил. Лучше чистая правда, чем сладкая ложь. Поступил первый важный вопрос этого стрима. В чем смысл песен Фейса? В чем смысл песен Фейса? Ванюсь, в чем смысл твоих песен? Неужели нашлись люди, которые думают так же, как мы? До этого мы считали, что мы были единственные люди, которые не понимают, в чем смысл петь про бургеры. И мы уже говорили, ребят, об этом, то, что мы зашли на его YouTube-канал и посмотрели его песенки. Самая первая на его канале, которая называется «Бургер», смысл ее просто непонятен вообще, о чем он несет. Плюс один к нашему непониманию. Она от подписчиков. Мой, как будто бургер. Вы не думайте, эти звуки, если вам все же слышно, это я не... Выходят наружу мои газы. Плохо я шучу на трансляциях. По-моему, вот это сейчас было совершенно искренне. Марьян, и опять ты невероятно права. Ты чертовски шутишь на стримах. Забудем об этом, пожалуйста. А как? Уже забыть поздно. Уже это останется в памяти. Это не в истории подписчиков, а в истории твоих видео на YouTube. Далее в трансляции время подходит к разговору о отношении Марьяны к своим подписчикам. И далее Марьяна пытается разобраться, она все-таки любит или ненавидит своих подписчиков. Это правда. То, что я иногда говорю, то, что меня задолбали мои подписчики. Но это всегда оправданно, потому что... Ну, не всегда мои подписчики ведут себя мило, хорошо, спокойно. Они иногда ведут себя очень мерзко по отношению ко мне, поэтому как они, так и я. С одной стороны, это неправильно, а с другой стороны, это правильно. И мне кажется, она запуталась. Поэтому я немного запуталась, но я все равно обожаю своих подписчиков. Слышь ты, дура, вы меня бесите, идите в жопу. Я вам разобью ваши лица. Ребят, да вы не волнуйтесь, она все равно любит своих подписчиков. Какую бы фигню они там не вытворяли, я все равно вас всех люблю, уважаю и ценю. Генши, мы обещали пробежаться по самым интересным моментам этого стрима. Смотрите, ребят. Какая я ужасная, какая я мерзкая. Я жирная мразь какая-то. Но ведь она сама это говорит. В определенный момент Марьяна культурно просит подписчиков. Представляете, за последние стримы это что-то новенькое, но это очень все-таки приятно смотреть. Мы хотели сфокусироваться на том моменте, что реально Марьяна же может. Последние пару стримов были вообще какие-то неубедительные, она была очень грубая, такая зажата. Ну может же по-доброму, можешь, Марьяна, ты была такая милая. Ваня из тебя сделал облачко, что делает с тобой другой Фейс? Ваня, не этот Ваня, Фейс. Не Фейс, 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 в то время как Фейс продолжает держать фишку с предыдущей трансляции с угрозами для Ивангая, я порву тебе лицо. Найду, я оторву голову. Ты что, собрался бить лицо малолетним подписчикам? Серьезно? 20-летний мальчиком. Фейс, который ожидает около двери Марьяну и Фейса, неужели им можно таким малышам бить лицо? Фейс очень злой мальчик, и он вас обидит. Или берите с собой какого-нибудь большого парня, чтобы... Мне вспоминается видеобургер. Вам спасибо, Марьяна и Фейс, за ваши обновления, за ваши интересные новые открытия, за все то, чем вы с нами делитесь. Генщик. Мы с вами увидимся в новой трансляции. Вот, что можно увидеть в последней трансляции Марьяны Ро. Мы оставим ссылочку на оригинальное видео в описании. Спасибо большое за просмотр данного видео. Поставьте этому видео лайк. За энергию Марьяны и Фейса мы надеемся, что вы тоже найдете время посмотреть эти 54 минуты, потому что это реально интересно, что происходит у них там. Фейс определенно интересный персонаж. А мы всех благодарим за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!